Я всероссийского движения «Молодая гвардия». Сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником – Днем России. 12 июня – особая дата для всех людей, кому дорога российская земля. В этот день мы чествуем нашу страну, великую, тысячелетней истории. В основании российского государства – пот и кровь миллионов людей, десятков народов и национальностей. Наши предки веками создавали эту уникальную страну. Мы должны сохранить все лучшее, что было в могучем государстве России. Сохранить и приумножить. Пиндинский район – это частичка великой страны. Наши предки осваивали эту суровую землю, уходили в пламя Великой Отечественной войны, строили Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль. В судьбе каждой нашей семьи отражается история всей нашей страны. Желаем всем мира, счастья, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, благополучия и новых достижений во имя своих детей, своей семьи, своей страны.